еще один символ, условно, можно сказать, что острие копья. Вот так. Вот. Не вот так, нет, не надо. Это неправильный ромб. Цель не неправильный ромб, цель стрелка. Это означает все для победы. Это та руна, которую, скажем так, дарил товарищ Сталин всем тем, кто на параде Красной площади, всем красноармейцам. Для этого что-то пошло меняться. Все для победы, все на победу. Это вот такая руна и такой жест. Если вот так вот делать перед собой, вот такой некий такой треугольничек, двойной. Один чуть поострее, другой чуть менее острый, скажем так. Другой равнобедренный. Вот. И поднять вверх то же самое. Руки как потянуться наверх к солнышку. Тоже будут очень интересные ощущения, интересное наполнение. Работаем, воины. Но это индивидуальная работа. Никаких коллективных работ и медитаций, ибо слишком много саботажников, врагов и слишком хитрожопых, которые пытаются проникнуть, повампирить, изменить, подосрать и так далее. Это то, что, скажем так, те руны, которыми работал товарищ Сталин когда-то. Но это то, что безопасно и спокойно может использовать любой воин. И с любым уровнем подготовки. Поэтому вперед, стране навстречу, скажем так. Я уверен, что все получится и все только начинается.